Давай, 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 давай
Экранах в синей форме серебряная призерка чемпионата мира 2017 года Ольга Митина, Россия. Okay, here we have the women, Итак, Аврора Кабане, Ольга Митина. Наверное, Кабане. Ольга Митина борется второй раз в финале. Удастся ей сегодня пройти выше, чем ей это удалось сделать в 2017 году. Свой захват в правую сторону она взяла. Есть отворот и вход, подхват, очень долгий вход. Медленно обычно она это делает, быстрее, резче. Секундант француженки Гийом. Тренер французской сборной. Попытка накрыть на удержание. Ольга Митина идет на удержание. Французка здорово переходит на руку и переходит. И переходит на руку. И, в общем-то, с помощью гибкости Ольга сейчас защищается. Рука разорвана.
Но разорван захват, скажем, Аниука. Но болевого здесь уже не будет, и Ольга теперь имеет возможность накрыть на удержание. Уйдет ли Аурора? Нет, удержания пока и нет. И нет удержания. Аурора вот здесь, посмотрите, сама сверху буквально-таки хотела тоже накрыть. Between both fighters, тренер, passivity given to the Russian fighter. Both fighters have their захват для подхвата. Есть верхний захват. Согнулась французская спортсменка. Так может получить предупреждение за пассивное ведение борьбы. Да, и теснит на край ковра Ольга ее. И, в общем-то, не просто пушит, а вытеснила. И замечание Карлос Гомес из Испании, испанский судья, делает французской спортсменке. Еще раз в подхват уходит Ольга. Зацепилась ногами, видите, зацепилась ногами за ногу Ауроры. И могла бы сделать и рычаг колена. И двое восслова судимых. Вот Абдуллоев, Таджикистан. Руководитель ковра Карлос Гомес, Испания. Oh, nice scissor takedown by the Russian athlete. Я смотрел, кто судья, я просмотрел, что было, и один балл я вижу, показывает арбитр. Карлос Гомес, и удержание открывает. Very nice combination by the Russian athlete. На табло этот балл не появился, видимо, там как-то без оценки с задержкой. А удержание идет, удержание уже не отменишь. Боковой судья Красильникова Людмила из Беларуси. Да, удержание, так полагаю, все, 4 балла, 20 Russian секунд athlete, заработала points. Ольга. Ага. И свисток, там было 4 балла синий, да, вот я прошу прощения, но я в этот момент искал глазами судейские фамилии. So, Ольга Витина поднимается на ступеньку выше.